В столице Чувашии прошел семинар, который собрал представителей республиканских СМИ. Его тема – особенности организации информационной работы в сфере противодействия коррупции. В качестве экспертов были приглашены представители прокуратуры республики, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашии, Министерства внутренних дел. Именно эти структуры выполняют ключевую роль в работе по выявлению, пресечению, профилактике преступлений коррупционной направленности. Семинар начался с награждения лучших авторов, специализирующихся на освещении этой темы. Здесь была отмечена важность роль средств массовой информации в антикоррупционном просвещении населения. Начальник отдела по реализации антикоррупционной политики Управления по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции администрации главы Чувашии Алексей Уткин призвал органы исполнительной власти активнее работать в информационном плане, рассказывать о проблеме коррупции, разъяснять основу правовых норм, информировать население о результатах проводимой работы. Отметим, за 11 месяцев 2018 года органами внутренних дел республики было выявлено 304 преступления коррупционной направленности, из них 120 преступлений взяточничеством. Всего раскрыто 84%. Мы в министерстве условно коррупцию делим на три вида. То есть первый вид – это коррупция в органах власти и управления. Это правонарушения и преступления, совершаемые должностными лицами органов госвласти, местного самоуправления и подведомственных им учреждений. Второй подвид коррупции – это коррупция в негосударственном частном секторе. Это преступления и правонарушения, совершаемые руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. Третий уровень – это так называемая бытовая коррупция. Это коррупция, которая порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. Представляет собой, к примеру, различные подарки от граждан за какие-то действия или услуги должностному лицу. А как уже было сказано, в последние годы борьбе с коррупцией уделяется особое внимание, потому что мы все понимаем, что государство не может развиваться и повышать уровень жизни своих граждан, а если в стране процветает коррупция. Старший помощник прокурора Чувашии Алексей Якушевич остановился на некоторых аспектах работы СМИ в сфере противодействия преступности, в том числе коррупционной направленности. Не менее важный момент – правовое просвещение, повышение правовой грамотности нашего населения. Здесь речь идет об информировании граждан о том, что им положено по закону в самых разных сферах жизни. Ведь человека, знающего, на что он имеет право, гораздо сложнее убедить, к примеру, на дачу взятки. Все приглашенные эксперты заявили, что открыты к диалогу и настроены на дальнейшую продуктивную работу со СМИ. Ольга Лазарева, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.